В столице состоялся круглый стол, посвященный обсуждению стратегии по достижению гендерного равенства в Узбекистане в 2020-2030 годах. К диалогу подключились представители министерств и ведомств, ННО, члены консультативной группы. Гендерное равенство – одно из важнейших прав человека, играет ключевую роль в деле обеспечения мира и согласия в обществе и полноценной реализации человеческого потенциала на основе устойчивого развития. Выступавшими отмечалось, основной целью стратегии является достижение равенства полов независимо от происхождения, вероисповедания, социального статуса в экономической, политической и социальной жизни в целях соблюдения фундаментальных прав человека. Подчеркивалось, основные подходы в разработке и реализации гендерной стратегии базированы на принципах цели устойчивого развития ООН и основаны на планировании, ориентированном на результаты, с учетом контекста страны в целом и каждого отдельного региона в частности. Отмечалось, принятие и реализация гендерной стратегии позволит повысить эффективность государственной политики и использование финансовых ресурсов с точки зрения искоренения барьеров и разрывов в отношении равных прав и возможностей женщин и мужчин в экономической, социальной и политической сферах. Это также будет способствовать достижению фактического и юридического гендерного равенства, что положительно скажется на качестве жизни всех граждан страны. При разработке стратегии были созданы рабочие группы по каждым важным направлениям развития Узбекистана. И эти направления также соприкасались с целями развития тысячелетия до 2030 года, где Узбекистан на себя взял определенные обязательства. И рабочий проект стратегии разрабатывался в соответствии того, чтобы гендерные вопросы также соответствовали целям развития тысячелетия и конкретным пунктам их выполнения в разрезе гендерной тематики. После утверждения данной стратегии должна быть разработана дорожная карта, которая будет именно способствовать тому, чтобы все принятые в данной стратегии вопросы не остались невыполненными. Подчеркивалось, что в стратегию в качестве приоритетов также включены справедливое качественное образование для всех в течение всей жизни, в том числе расширение доступа к высшему образованию для девушек, особенно из сельской местности и уязвимых групп, обеспечение гендерного равенства и свободы от насилия для всех женщин и девочек, предотвращение торговли людьми. Участниками мероприятия озвучены предложения по решению проблем в сфере достижения гендерного равенства.